Привет всем подписчикам, всем пользователям и гостям моего канала. С вами интересный канал. Перед вами на экране два цветка глоксиния, которые относятся к семейству гесневые. Этот цветок назван в честь эльзасского врача-ботаника Бельямина Петера Глоксина. Насчитывает 25 видов глоксинии, однако селекционеры работают с двумя видами. Глоксиния прекрасная и глоксиния королевская. Родина этого растения Южная и Центральная Америка. Произрастает этот цветок в скалах, на скалах в Андах, в лесах Перу и Бразилии, а также по берегам рек Южной Америки. Это растение любит повышенную влажность, однако нельзя, чтобы влага попадала на цветы и листья растения. Нужно просто ставить сосуд рядом с растением. Расцветка цветов бывает белая, красная, розовая, фиолетовая. Также цветы бывают в точечку и двухцветные. По форме цветы колокольчик. В ширину около 7 сантиметров. Размножается это растение листковым черенкованием. Это самый простой способ. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.